Всем привет, уважаемые зрители. Продолжаем прохождение X-Rebirth. И мы нашли фермы. Возможно, в них есть еда. Но даже если нет еды, мне очень интересно посмотреть на эти фермы. Потому что я эти скриншоты видел... Видел, когда еще игра только разрабатывалась. И как бы мы фапали. Ну, то есть... Как фапали. Ну, я смотрел, в общем, на эти скриншоты и думал, вот как было бы здорово все это увидеть вживую. Ну, то есть полетать там, посмотреть. Пшеница вот у них есть. Пшеница вроде так особо-то не востребована. Вот эту вот штуку я, по-моему, уже вам показывал. По-моему. Да, вот этот вот комбайн пшеничный. Мы вроде как с вами смотрели. Даже сверчки есть, смотрите. Все по чесноку. Ой, что, настоящая труба, что ли? Я думал, сквозь нее можно пройти. Трубы какая-то картинка не очень. Красота. Мне, в общем, это нравится. Прям уголок природы какой-то. Смотрите-ка. Даже не скажешь, что это какой-то космосим. Что здесь похоже, на шутер похоже становится. То есть мы бродим по полю. Разминируем там поля. О, это что такое? Это походу комбайн, который их убирает. Пшеницу. По крайней мере, сильно похоже на него. Да, здорово, здорово. Очень так, давайте подлетим, вот эту штуку вот разведаем. Плантация зерновых культур 3. Почему 3? Загадка. Что-то тут такой значок, смотрите, это тут как будто фотоаппарат нарисован, может скриншот там делать. Водичка льется. О, красота. Тут у них рыбы, походу, плавают. Так, плантация зерновой, пшеничная ферма, да? Посмотрим. Корпус такой-то, так, пшеница, вооружение есть. О, проектор силового поля, у него есть турелька есть, ничего себе. Пшеничная ферма защищена энергетическими куполами. На ней гидропонным способом выращивают злаковые культуры, в основном пшеницу. Несмотря на то, что ее не так легко культивировать, как планктон или соевые бобы, производство злаков и пшеницы считается довольно простым занятием. 5400 пшеницы в час делается здесь. Вот так вот. Там не хухры-мухры. А вон еще что-то здесь есть. Но это, видимо, все относится к производству пшеницы здесь. Красота, конечно, красота. Очень красиво. Мне это нравится. Очень нравится даже, что... Ну, там моя тень была, а нет, это другой корабль пройти. Смотрите, я себя чувствую, как будто я на Земле, на планете. Там даже тень от пролетающих кораблей. Это круче. Это шутер. Мы здесь плаваем. Пиу-пиу-пиу. Пиу-пиу-пиу. Да, вот недолго мы тут плаваем. Смотрим, что тут. Сюда и вниз. А здесь просто, походу.
Растет трава какая-то. Тоже сверчки слышны. Зато листьев побольше, чем обычно. Очень здорово все это выглядит, кстати. Очень здорово. Смотрите, они вышли из-под контроля. Они хотят захватить базу. Ха-ха. Они нагмоны на мой корабль так не перепрыгнут. Это вообще прикольно придумали дизайнер. Смотрите, как сделано. Ну, молодцы, молодцы. Молодцы. Красиво. Ну, можно было еще красивее, но... И это впечатляет. То, что сейчас есть. Так, дальше походу одно и то же у них. Да, кроме вот нижней части. То есть внизу вот еще какие-то есть вот гидро сооружения. Давайте подлетим поближе и посмотрим на них. По-моему, я это уже встречал, эту штучку. Да, резервуар для жидкости мы уже видели. Плантация зерновых. Так, стоп. Это же зарядное устройство вообще-то называется. Это там плантация, походу, зерновых. Покупают энергоэлементы. Видимо, они их заряжают здесь. Так, а это что? Склад трубопровод. Перебой снабжения. Если эта миссия доступна у них. Так. Кеша, ты чё спишь? Сидишь, глазками моргаешь. Как же так? Как так? Иди в клетку. Да, его надо отправить этот спать. Он, походу, хочет спать, поэтому сейчас мы его отправим. Плантация Арсенал. Что это у нас? Плантация зерновых культур. По-моему, это тоже самое. Арсенал обеспечивает контролируемый безопасный доступ к уязвимым узлам станции, терминалов, связи сотрудников службы безопасности, имеющих доступ к оружейным шкафам, оборудованным бесперебойными источниками питания. Здесь даже предусмотрена авторизованная система защиты и экологическая блокировка, которые могут быть активированы удаленно с помощью сети управления станции. Нормальный доступ персонала контролирует сотрудниками, а также разнообразными датчиками и сканирующими устройствами. 15%. Все ясно. Тут какая-то система безопасности. Ну, здесь антивирусы всякие, похоже, стоят. Раз речь идет о каком-то терминале. Ты что, зеваешь, Киша? Мне показалось. Сейчас, Киша, подожди. Сейчас еще тут маленько. Так. Еще маленько здесь сканирую. Так. Что это? Какая еще скидка? Чем ты? Арсенал еще один. Непонятно, они были похожи. Там требуется вода, там требуется вода. Так, давайте я пока сделаю небольшой перерывчик здесь. Сохранимся, повисим. А Кешу я отправлю. Перетащу, он ленивый, как бы он. Ему лень походу самому залететь в клетку. Поэтому придется с этим ему помочь. Ой. Задел монитор свой. Кеша, давай. Залазь.
Давай, залазь уже. Да. Только ты не туда залез. Вот. Спать уже. Спать. Наш стример Кеша ушел спать. А мы продолжим. Так, там что за трубы? Смотрим. Так, здесь у нас пшеничка, пшеничка. Что-то они как-то все похожи друг на друга. И здесь пшеница, смотрю, это значок, это культуры какие-то означает. Да. Обломс тогда. А я-то думал, что здесь еда есть. Тут, походу, еды нету. Попробуем подлететь на тот край фермы. Посмотреть, что там есть. Формация. Опять плантация зерновых. Арсенал. Нет, ребятки, арсенал мне не интересует. Не интересует, что у вас там. Тут, походу, несколько станций как-то параллельно друг другу. Я так понимаю, здесь 15 этих станций. Или лучей этих торчащих в разные стороны 15. Да. Рационы питания. Очень жаль. Оба-на, вон там какая-то сумочка висела, может там рационы питания подойти. Так, здесь рынок есть, я вижу. Резервуар для жидкости. Как это ни странно. Какая-то какой-то офис, смотрите. Или это так и было вообще? То есть не офис, а имеется в виду. Это тот порт. Ладно. Наверное, это было. Еще один какой-то модуль. Так. Понятный. Здорово, конечно, очень красиво все. Все такое огромное и большое. Гигантомизм прям. Да, здесь опять я вижу пшеница. Сумочек нигде нет. То есть с этой стороны, по крайней мере.
сумочек имеется в виду торговых каких-то терминалов, предложений и так далее. Так, давайте к этому вопросику подлетим. Активируем его. Что-то мы уже активировали здесь. Пшеничная ферма. Окей. Это уже было. Летим к соседней станции. Да, здесь то же самое все. Вон там чемодан, вот если нам, походу, туда надо. Так, сядем здесь чуть-чуть. Что-то раскрыли здесь. О, тростник растет. Ой, лианы. Странно, вот почему-то на этих станциях, которые мы только что облетели, две штуки. То есть пшеничная ферма. Вот такого чемоданчика не было. Хотя порт вроде как был. Нехватка товара. А, это просто квест предлагает. Значит, там тоже мог быть он. Ну, видимо, у них хватка товара, поэтому они не предлагают на квест. А я думал, здесь продают что-то. Еду, например. Но нет. Здесь куча пшеницы. Куча пшеницы. Просто огромная куча. Нужная. По крайней мере, пока. Ну что ж, зато мы... Вот, смотрите, у них реклама даже есть. Какие-то там рисовые зерна рисованы. По крайней мере, мы все это исследовали, обследовали, изучили. И наш путь лежит к Раханасу. К нашему Раханасу. Стыкуемся и летим дальше. Что ж делать-то? Делать было нечего. Кстати, значок есть, а кораблика не вижу. This is the Albion Skunk. Requesting permission. Мастерская стыковка. Так. Так, это мое любимое место, где я люблю ходить. Опа. Что-то легко прохожу. О. Походу они что-то почикали. Давай, давай, давай. Смотрим карту. Карту сектор, система, зона. Сектор, да, карту сектора. Смотрим систему. В общем, мы все это облетели здесь, я так понял. Но здесь ничего нет. Здесь у нас вообще квест, по-моему, в Плаще Короне. Горные источники, я не помню, что ли. А давайте в Пылающую Корону. Что у нас там вообще было при них? А давайте заглянем, да посмотрим. Да, завод переработки энергоэлементов здесь у нас. Солнечный, все ясно, здесь у нас квест, 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 квест. Так, ну что ж, надо лететь в неизвестный сектор как раз таки вот. Где-то у нас закрыт путь. Заодно исследуем его. Нет, нет, только не этот. Вот сюда. И... вот сюда. Проложить курс. 3. Держимся на корабле. Я уже на корабле.
Я не тем проложил курс. No, you're Russian. Надо было капитана проложить курс. Капитан. Hello, sir. What a grand day for business. Ну, приказ. Доставь меня. Вот сюда. Проложить курс. Информация, задание. Задание. Нет заданий. Отлично. Все такие зелененькие. Салаги еще. Все ящики открываем. Так, здесь кредиты лежали. Они почикали кредиты. Ай-яй-яй. Какие вы нехорошие. Я не понял, мы стоим? Капитан. Ты чё, капитан, там упоролся, что ли? Сказал, доставь меня. Капитан, Hello, капитан. Вот приказ. Доставь. В. Деф. Толка называется. Толка. Блин. Почему проложить курс? Надо было 4 выбрать. Это я упоролся. Извиняюсь. Извиняюсь перед зрителями. Бред только что пронес. Так. Будем заниматься эксплорингом. Это же игра про эксплоринг. Будем заниматься эксплорингом. Что у нас есть? Шкафчики опять пустые, что ли? Ой, то есть полные. Мне кажется. Йо, запрыгнул. Я бы в контре. Все работает. О, там вниз можно спуститься. Даже ниже можно спуститься. Никогда не выйти. А нет, кон. Enter 5-5 можно выйти. Ого, я прошел прямо вот тут. Прошел и вышел. Нет, они реально почекали. Здесь должны быть кошельки с деньгами, но их нету. Должны быть. А может, ничего не должны. Я не вижу просто их. Че там, летим? Летим. Красота. О, ускорение активировано, говорит. Тут молодцы все-таки. Тихонько переводят, допиливают. Это радует. Не зря лицензию взял. Ну, я вообще не зря как бы взял. Я не скажу, что я фанат, но мне эта игра очень нравится. Пытался в X3 играть. Земной конфликт, Reunion, но как-то там не срослось. Не одолел я тамошние... Как это называется? Барьеры или что там. Там как-то все не так казуально, там по хардкору все. А я как-то ближе к казуальщине, наверное. Смотри, капитан, я выше тебя. Я на броневике. Товарищи, землю народу. Фабрики в рабочем. О, кошелек. 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 Что там у нас? Просто коробка? Да, мне коробки пригодятся. На них можно купить корабль. Опаленная аура называется. Трансмитинг у нас. Вообще, что он говорит? Что за трансмитинг у него? Что означает это слово? Он говорит, что направляется к какой-то точке или что? Я хочу вон туда залезть. Я залез сюда. Это же круто, смотрите, как я могу. Капитан, так, теперь я капитан. Право руля, лево руля. Интересно, сюда могу залезть? Да, есть же!
Вот это да! Вот это я акробатище. О, я крут, я мега крут. У меня чувство, как это называется, чувство собственной важности, ЧСВ. Прям начал этот, начал в красную зону стрелка заходить. Я неправильно сказал. Начала в красную зону заходить. Стрелка начала заходить в красную зону. Во, так вот правильно говорить. А то начал. Я начал. Чего я не начинал? Это ЧСВ начало. Так, подожди, подожди, мне пока другие дела. Что он делает еще раз? Давайте попробуем перепрыгнуть. Вот я испугался, блин, думаю, я провалился сюда. Вы это видели? Я выпрыгнул из корабля, и меня обратно сразу же выкинули. Почему я не могу погулять по собственному кораблю нормально? Но на месте, сэр. Да подожди, то сэр развлекается, видишь, тут паркур у меня. Тут как-то все отрывками, кстати говоря. Не очень. Лучше вот отсюда прыгнуть. Да, наверное, отсюда лучше будет. Ю-ху! Вау! Стой! Да. Ну ладно, может даже лучше надо. Набегались, напрыгались. А здесь у нас что было-то? А, я должен сначала разведать, прежде чем лететь в следующий сектор. Вот в чем фокус тут у нас. Что-то мне не хочется здесь летать. Так, я здесь разведал. Что тут было? Вот эти красные точки. Сейчас они огребут, по-моему. А, нет. Или да. Рейдерская группа, враг. Давайте посмотрим, как наш корабль сейчас их отшлепает. Нагрим их сначала. Ой, я попал в одного. Вау! О, с него что-то выпало. Стой, стой, стой. Обломки. Пошли собирать обломки. Идем собирать обломки. Интересно, что за них дадут? Cargo secured and hold. Карга секьюрин холд. А где еще один? Он что, выпрыгнул с самолета или что? Подожди. Слушай, Рейвер, а у тебя нет такого же, только покрупнее? Вот так вот мы поступаем с теми, кто с нами не хочет разговаривать. Так, смотрим, что у нас за станция впереди. Так, толка, топка. Жилой комплекс, очиститель воды. Все, я понял, я вспомнил этот самый первый момент. Нам нужно пролететь вот в эту штуку, чтобы раскрыть. Чтобы раскрыть все таланты. Как же хочется что-нибудь заабордажить уже. Но пока ищем еду, ничего не абордажим. Абордажить будем в перерывах, пока Раханас наш таскает еду, мы будем абордажить. Если это сохранится.
Наверное, здесь должно сохраниться, потому что достаточно уже долго лазаем. Скакали. Хух! Ну, с богом. Юху! Летим в новый сектор. Или обратно летим. Нет. Эти ворота только в новый сектор синенькие ведут. Обратно желтые вели. Что там есть кто? Вот смотрите, можем догнать его дальше. Все, батарейки сели. О, кто-то. Есть. Чувак, ты кто? Давайте выделим, посмотрим. Слышишь, ты малогабаритный. Приветствовать. Я вся твоя. Я говорю, вся твоя. Только еще раз. Я вся твоя, приятель, говорит. Да уж. У вас недостаточно топлива для прыжка. Что? Надо понять. Не тратит топливо, ждите новых приказов. Не тратит топливо для прыжков двигателя. Давай, не тратит топливо. Вряд ли она купит его. Короче, не тратит топливо, это я так понимаю, что она сейчас пешком попрется. Дьявольский. Ой, что это? Что-то враждебное. Что-то красненькое летает. Рейдерская группа. Ну и пусть летает. Опять это какая-то гостиница. Администрация, склады. А вон там-то что? Ну-ка, стоп. Так, жилой комплекс. Стоп, смотрим на карте. Ну. Рейдерская группа, ладно, пусть отдыхает, жилой комплекс. Так, давайте-ка посмотрим, как там наш Раханас поживает. Кстати, а знаете, какой корабль не вижу? Я не вижу этот мелкий, который был. Походу, его тоже загрызли. Раханас идет пешком. Он не идет, он просто стоит. Не знаю, долго ли он там будет стоять. Жалко, что мелкий корабль тут уничтожили. Гады. Врагов-то вроде здесь особо-то и нету. Но уничтожили. Смотрим, что у нас здесь в секторе происходит. Ничего нету, да? Ну что ж, давайте полетим и исследуем этот сектор.
Вот труба здесь есть у нас. Прям в эту трубу сейчас впишемся. Бац. Вперед. Так, все, у нас там 35 минут. Давайте в следующую зону посмотрим и, наверное, прервемся на это. Хотя понять следующую зону, может, я ее проскочил уже. Так, есть, выходим, 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 срочно, 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 давай смотри. Вот. Лавовая река, которая проверила. Transmitting new coordinates to following ships. Что там сейчас сказал этот Перес? Transmitting new coordinates. То есть эта штука летит по новым координатам, говорит. Все еще там у себя. Огненный властелин, дьявольский. Так, лава река. Пока здесь все пусто. О, ну-ка, стоп, стоп, стоп. Смотрите, за мной какая-то фигнюшка висит. Ерунда. Так, по-моему, здесь крестик нажать надо, чтобы не мучился, не мучиться. Ищем, ищем эту лавовую реку сейчас. У меня такое ощущение, что вот эти все камешки нужно бурить. Лавовая река. А мы уже были в лавовой реке. Что это? Он дурак. Рейдер. Корабли у них картонные какие-то. Камикадзе. Кто здесь лавовая река? Где лавовая река? Дальше лавовая река. Я придумал. Надо вот сюда зайти. Так, сектор. А, нет, здесь все правильно. А, нет. Проложить курс надо сделать. Главное, лава река показывает, что прямо посередине. А, я уже здесь, походу. Это, походу, река как раз есть лавовая. Очень круто. Много лавы, много рек. Что? Летим, короче, дальше. Реки им посмотрели, сейчас летим смотреть на озера. Система какая-то немножко унылая, что ли. Entering lava flow. Опять им что-то лава река. Transmitting new coordinates to following ships. Transmitting. Что он передает, типа, новые координаты. Стоп. Прям астероидная река, а не лавовая. Неизвестная зона. Надо отскакать. О,
О, что-то вижу. Какие-то строения впереди. Надеюсь, это еда. Или фабрика по еде, или что-то еще в этом роде. Паровой поток называется эта штучка. Transmitting rendezvous point now. Оба-на, здесь еще есть ворота. Где они? Вот отсюда я приехал. Ну что? Может быть, наверху? Наверху камешек. Солнышко светит, травка зеленеет. Ладно, полетели на станцию, посмотрим, что это вообще. Что за... станцию. Да есть ворота, просто как-то в профиле, как называется. One Pass. Нет, а где паровой поток? Только не говоришь, это тупик. Мы нашли ворота в новый мир. Звездные врата. У меня все-таки здесь есть выход. Так, мы стоим, нам прямо, короче, надо по курсу. Да, вот именно вот сюда. Тогда будет все ок. Серию уже завершать надо, еще никак не могу как-то грамотно завершить его. Ну ладно, давайте вот на этой ноте, связанной с этими воротами, и завершим. Всем спасибо, уважаемые зрители, что смотрели. Спасибо, что смотрите. Ставите лайки, комментарии и подписывайтесь. А мы будем дальше снимать с Кешей. Всем пока.